Всем привет, с вами беззаботное насекомое. Сегодня наше видео начнется с кошки. Ее вы можете слышать иногда на заднем фоне, она мяучит, потому что думает, что я с ней разговариваю. Вот. Лежит она у нас в попоне, потому что мы сделали ей стерилизацию, так как у нее начались проблемы, это воспаление матки, из-за чего я переживал и не снимал видео некоторое время. Вот, но сейчас все в порядке, в принципе, она уже отходит. Правда, лежит грустная и молчаливая. Но это потому, что ей неудобно. Она прям в заточении. Вчера вечером ей решили снять эту попону, так она носилась по дому. Но для безопасности все-таки обратно надели, чтобы не повредить шов. И на первый взгляд непонятно, но это на самом деле сфинкс. Хоть она и очень пушистая, и на самом деле впервые она такая пушистая, ей 4 года. Но она к весне начнет слинять и обратно полысеет. Мы ее подобрали в подъезде, в 5-месячном возрасте примерно. Она была очень маленькой, страшной и писклявой. В принципе, такой и осталась. Вот затянули со стерилизацией. Те, кто держит животных, кошек или собак, если вы не планируете в 100% варианте их размножать, то стерилизуйте, кастрируйте, потому что это дает свои побочки. Вот мы затянули, потому что я планировал ее с кем-нибудь свести, и появились проблемы. И в срочном порядке нужно было ее уже стерилизовать. Надеюсь, что сейчас все будет хорошо, но хотя в некоторых случаях бывают, конечно, неприятные ситуации из-за поздних всяких операций. В Корее вроде бы вообще стерилизация и кастрация проходит до года у животных. В России вроде такого еще нет. Но это не точно. Ну а продолжим мы пересадкой скорпиона. Ну и собственно скорпион, Lychus tricarinatus, индийский партеногенетический вид. У меня их было 3, стало 2. Один из них почему-то погиб. По какой причине мне непонятно. Перелинял, через 2 дня умер. Никаких грибков, никаких микробов и других живностей в его баночке не было. Влажность была тоже нормальная, вот этот перелинял нормально живет уже. В принципе, сейчас его кормить можно уже. Не знаю, будет он, не будет, хотя он еще какой-то светловатый, мне кажется. Как бы его пересадить? Вот в чем вопрос. Перекидывать его, естественно, я не хочу. Думал поставить туда соусницу, как-то... Ой. Так. Ну, как-то поставить соусницу, чтобы он вылез. Подпихнуть его. В принципе, он... Ну ты куда по кругу носишься?
Носятся они, конечно, да, как бешеные по кругу. Вот. Опа-на. Все, где он? О, да, все. Товарищ пересажен, однако это просто. У меня еще тут позиция неудобная, потому что я снимаю. Я тут уже увлажнил. Ну, грунт это кокосовая стружка, потому что хорошо держит влажность. 70% в маленьких емкостях это, в принципе, поделите вот эту окружность на 70%. Кокос, пробковая кора как укрытие, положил в сухую зону. Чтобы он под ней прятался и линял. Давайте сейчас попробую дать еды, хотя он сейчас на панике и вряд ли будет что-то есть. Вообще его не видно, он сливается, кошмар какой-то. Прикольное, конечно, животное, маленькое такое, беспроблемное. Они очень забавные по характеру, такие, у них такой нелепый взгляд, когда их кормишь. Перед кормлением убрал укрытие, потому что она сразу же забежала под него. Ну, конечно, да, качество, качество. Кормлю личинками жука-знахаря пока что. Подрастет, буду кормить аргентинскими тараканышами. Все у нас происходит недопонимание. Стоит в надутой позе, скорее всего, все-таки не в настроении есть. Потому что сейчас она испытала кучу стресса по пересадке. Поэтому придется мне покормить ее попозже. Ну, на видео покормить ее не получилось, покормлю ее потом попозже уже. И на видео, потому что ее так хреново видно. Но как подрастет, потом засниму кормление уже нормальное, в нормальном качестве. Камера не дотягивает, к сожалению. Положим ей укрытие. Так что все, с вами было Беззаботное Насекомое. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем удачи и до новых встреч!